Здравствуйте, друзья мои! С вами Андрей Гой и канал Авантюра Плюс. Всем привет! Сегодня я приехал на речку, речка Беличен. Буду рыбачить с лодки. Хочу поймать щуку. Ну, если не будет клево, то взял с собой поплавочную удочку, как обычно, и половлю белую рыбу. Сегодня погода очень такая стоит хорошая. Вроде как клевать должно. Очень пасмурное небо. Иногда пробивается солнышко, ветерок небольшой, но это здесь вот на берегу, посмотрим, как там будет на воде. Но пока вроде как не очень пугает. Рыбачить я буду с лодки сегодня, как я уже сказал. Так что сажусь в лодку и начинаю рыбалку. Посмотрим, что будет интересного. Начинаю ловить на воблер, вот такой, серебристо, с темной спинкой. Небольшой поводок, 20 сантиметров, и леска плетеная. Спиннинг, форсаж турнамент F, и длина у него 2-13 метра. Тест 10-30 грамм. Поменял воблер. Вот теперь у меня вот такой воблер. Синенькой спинкой, серебристой. Попробуем на такой половить. Попробую сейчас ловить вот на такую красивую блесенку. Золотистая. Вес около 15 грамм. Попробуем. Пробуем следующую блесенку. Вот такая, только серебристая, похожая на предыдущую, чуть по весу побольше, это 40 грамм. Друзья мои, поменял монтаж, буду ловить на джиг сейчас, грузик 16 грамм и вот такая вот съедобная резинка на нем, такого приятного желто-зеленого цвета. Попробуем, как на нее будет клевать. Друзья, теперь попробуем вот такой вот серебристо-зеленый. Тоже резина съедобная. Попробуем половить на такую наживку, приманку. Пристал я к небольшому островку и попробую половить здесь возле него. Здесь глубины неплохие, 6-7 метров. Возможно, там стоит какая-то рыба. Попробуем. Тем более, эхолот показывал рыбу, когда я проплывал над этим местом. Друзья мои, а теперь, как обычно, если нет крупной рыбы, на хищной рыбы на спиннинг, используем то, что у нас есть, поплавочную удочку, и пытаемся поймать плодлещика, плотву или уклейку. Смотрите. Отпускаю.
И еще одна. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Ловлю на удочку пока. Отлично клюет небольшая плотва, уклейка и густера на опарыша. Вот, например, как сейчас. Тяну рыбку. И вот она. Оп. Плотвичка. Отпускаю. Опа. И есть рыбка. Вот она. Решил я еще немножко побросать спиннинг. Попробую в этом месте. Видел, щука здесь плескалась. Может, я ее чем-нибудь соблазню. Друзья мои, закончил я рыбалку сегодняшнюю. Рыбачил я около 5 часов на речке. Проведал свои места, на которых я обычно ловил рыбу. Щуки я не поймал. Пробовал разные приманки, вы видели это в видео. Но щуки так и не было. И вообще ее активности я особо не видел. Вот. Половил немножко на поплавочную удочку. Получил большое удовольствие от хороших поклевок. Многочисленных плотвы, уклейки, мелкой густеры, красноперка была. Вот. Ну, самое главное в рыбалке — это получение удовольствия от общения с природой. Будет рыба — будет дополнительное удовольствие. Но в общем я, конечно, доволен. Очень хорошая погода, небольшой ветерок был. Я полностью доволен рыбалкой. Встретимся на рыбалке. С вами был Андрей Гой и канал Авантюра Плюс. Всем пока!